Итак, всем привет. Сегодня у нас коп, как говорится, заморить червячка. И вот находочка. Сразу Серега мне сюда привел, на эту деревуху. Проехали тут, можно сказать, дороги нету. И вот она, монетка. А что это за монетос? Сейчас мы посмотрим. Ух ты, пропахали хорошо так. Ну что, походу, это империя. Империя. Одна копейка. Видно? Так. Итак, копеечка. 1903 год. Бодрое состояние. Забираем. Опа! Керамика. Монета. По-моему, это совет. Гудит так по-советски. Точно. Щитовичок. Герб. Копеек 15, наверное, примерно, да? Не вижу. Что тут? Коп. Коп. По-моему, десюн. Ладно, почистим. Посмотрим, как он выглядит. Опа! О, какая ямочка! Повелся я за сигналом и вот за этим куском керамики. Ну, выкопал вот что. Тадым! И все. Нет ничего больше. Ищем дальше. Так, уже темнеет. Еще один монетос выскочил. 10 копеек, по-моему, щитовичок. Оп. А вот какой. А потом посмотрим. Опа. Ну что, ищем уже по темноте. Вот. И вот в небе что-то зависло. Такое интересное. Почему-то на одном месте я сейчас попробую. Так, видно, нет? Вот. Что это такое? Непонятно. Какой-то объект висит. Странно. Сначала двигался, теперь завис и висит. Что-то я какать захотел. Вот. Что это такое может быть? Но это никак не звезда. Эта штука двигалась. Очень интересно. Рептилоиды, что ли? Несколько огоньков. Вышки-то нет никакой. Она и не вышка-то. Вот такая штука висит в небе. А почему не движется? Ну, самолеты так не летают долго. Что-то я к маме захотел домой. Попробуем тут что-нибудь еще искать. Хм. Твою. Что это за хрень? Ну это не солнышко точно.
пойдем посмотрим. Солнце там село. Это что такое? Мама. Так. Что-то я какать еще сильнее захотел. Луна. И налетай, хорошо, что луна. Странно как-то. Луна. Че тут? А, ты где? Мне не страшно. А мне не страшно. Так. Ни хрена себе. Какая луна. О. Что видно себе. Так, низко. Прикольно. Ту-ру-ру-рум-пум-пум-пум-пум. Поехали назад. Интересно. Что это она так низко-то? Это где мой прибор? Ну вот, началось. Блин, да что ж это такое висит-то? Жаль, бинокль нет. Серёг, у тебя бинокль есть? Это Сереги нет. Чего? Ты глянь, какая луна. Там вон в небе какая-то фигня зависла и висит, и не двигается. Ладно, пойдем, походим. Где теперь детектор-то надо найти? О, по-моему, вон он. Так, пином уперся в монету, и где она теперь, блин? А, вот она. Монетка. Та-да-да-дам. Опа. Сорок шестой. Забираем. Опа! Иду я по дорожке. К машине уже домой. И вот звенит. Ямочку выкопал. Думаю, где же она, зараза, звенит? Не могу найти. Маленькая монетка. Вот она. Уже глазами не видно. Ой, залетел. Да вот я тут бросил так. Что за монета? Совет. 10 копеек. Да уже лет 80-х года. Олимпиада 80. Mm-hmm.
старый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Пожелаем друг другу успеха, и добра, и любви без конца. Нормально. Забираем. Оп.